Но я переведу то, о чем говорят философы, на более современный вид, текст. На самом деле есть очень крутая мультимедийная игра. Называется «Окружающий нас мир» или «Наша жизнь». Шикарная мультимедийная игра. В ней прекрасная графика. Ну, здесь 2D, а на самом деле 3D графика. Графика просто потрясающая. Но сюжет игры так себе, а графика отличная. Стереозвук, эмуляция обонятельных, осязательных, вестибулярных ощущений. Кстати, а сейчас это можно сделать? Да можно. Дорого, но в принципе уже можно. Ну вот давайте поиграем в эту игру. Давайте забудем все, что нам говорили, а давайте смотрим, а чего мы знаем-то? Вот я знаю, что у меня есть ощущения, да? Я этот мир ощущаю. Кстати, у меня в этой игре есть даже не один аватар, а несколько. Это как я в этом мире себя представляю. В зависимости от разных ситуаций по-разному. Вот так, такого аватара люблю, такого люблю, такого люблю, такого люблю, такого люблю. И знаете, неплохо разработанные аватары, цветные, тоже 3D, но, конечно, те аватары, которые мне предоставлены, моя мечта, во-первых, хвост, а во-вторых, цвет, очень популярный в современном мире. Итак, как минимум в нашей компьютерной игре есть один аватар, это я. Да, я веду своего аватара. Кроме того, в нашей игре есть масса других объектов, которые называются как? Ну, ботами, да? Боты. Нет, боты бывают разные. Боты бывают пассивные. Но это тоже боты. Если мой аватар съест один из таких ботов, там будет активное взаимодействие. Но самое главное, в этой игре полно активных ботов. И тут они есть. И знаете, эти боты неплохо запрограммированы и ведут себя иногда вполне разумно. Так разумно, что я даже думаю, что иногда некоторые боты – это тоже аватары. Их тоже кто-то ведет. Они эмулируются, они программой. Я вообще не знаю, вы боты или аватары. Так же, как вы не знаете, я кто – аватар или бот. Давайте честными будем перед собой. В нашей игре есть объекты, которые реализуют функции Ctrl-Alt-Del. Придите на кухню, возьмите нож. Это будет Ctrl-Alt-Del. Кстати, я не знаю, что будет дальше. Наша игра перезагрузится? Я не знаю. Я не знаю. Кстати, операцию Ctrl-Alt-Del можно применять не только к себе, но и к ботам. Но, правда, потом игра становится очень неинтересной. Лет на 20. Я не хочу играть в эту игру, и к ботам я не применяю Ctrl-Alt-Del. Эта игра интерактивная. Вот мне хочется рассмотреть сидящих там в конце. Сейчас я попробую. Не получается. Да, есть еще куда развивать интерфейс нашей игры. Кстати, много и других неприятностей. Нет стоп-кадра, нет превью. Нельзя вернуться и снова проиграть уровень. Да? Когда я спешу и еду на машине, а потом мне приходит штраф, как бы хорошо вернуться на несколько уровней назад и в этом месте снизить скорость. Нет, те, кто программирует эту игру, им есть куда поработать. Но надо сказать, что в этой игре есть еще внутри игры 2D-игры. У них никудышная графика. Там все мелькает с частотой 16 кадров в секунду, бывает 50, бывает 100. Иногда эта графика называют, эти игры называются кино. Есть еще игры, называются телевидение. Есть еще игра внутри игры, называется компьютер. И там живут не трехмерные боты,
а преимущественно двумерные эмоты. Но, правда, сейчас стали появляться трехмерные. Слушайте, ну они такие все глупые там. Я бы так сказал, вот боты, живущие здесь, они, мне кажется, все больше глупеют, а боты, живущие здесь, они умнеют. Но вот боты здесь, ну просто ужасные. Один бот там голосом мне вечно говорит: «Райское наслаждение Баучи». Ну я понял, что райское наслаждение. Проходит 5 минут, мне снова говорят: «Райское наслаждение Баучи». Ну я уже понял, что райское наслаждение. Ну зачем 10 раз мне говорить? Или они на себя ориентируются, те боты, которые оттуда говорят. Кстати, многие, некоторые 3D-боты очень любят смотреть на 2D-ботов. И многие из них верят, что 2D-боты, они реальны. Знаете, иногда, особенно в кино, 3D-боты плачут, а им показывают набор статических картинок с частотой 16 кадров в секунду, а 3D-боты плачут. А иногда флаги берут и выходят на улицы, а иногда еще на танки садятся. Ужасно странную игру мы играем, правда? О, есть еще интересная игра, не буду вытаскивать, называется «Устройство мобильный телефон». Вот когда я думал, что вам рассказать, иду я по лесу, и знаете, вот у меня есть знакомый бот под ником НАТО. Он утверждает, что он сейчас живет в Петрозаводске. Но если я наберу некоторый код на моем устройстве мобильный телефон, то он начинает голосом, очень похожим на голос бота НАТО, со мной беседовать. И вот я и говорю, НАТО, как тебе нравится, что вот с точки зрения меня есть аватары пассивные, есть активные. И вообще, с точки зрения программирования, разницы никакой нет. Поэтому ты бот НАТО и кусочек грязи, который лежит внизу, это почти одно и то же. И бот голосом НАТО мне мобильный телефон отвечает: что-то тебе, похоже, по роже никто не бил. Очень интересная игра, в которую мы играем, согласитесь. Но самое интересное, что среди ботов есть очень интересные персонажи, которые надо было бы назвать хакерами. Эти персонажи занимаются странными вещами. Они нажимают на клавиши, ну, обобщенные клавиши этого суперкомпьютера, смотрят, как суперкомпьютер реагирует на их действия, и поэтому ответ у суперкомпьютера, который генерирует нашу игру, они пытаются угадать код программы, по которой молотит этот суперкомпьютер. Этих ботов активных, ботов-хакеров, как называют? Ученые, естественно, научниками. Это, естественно, научники. А теперь скажите, пожалуйста, если вам дать программу Word, запереть в каком-то помещении и сказать: мы вас не выпустим, пока не напишешь программу, которая молотит так же, как Word. Вы напишете рано или поздно такую программу? Да. Напишите, конечно, напишите. Жить захочется на свободу, напишите. А теперь вопрос. А если мы сравним текст программы Word'а и текст программы, которую вы написали, которая молотит в точности как Word, тексты совпадут? Нет. Поэтому не надо думать, что те куски программы, которые пишут боты-хакеры, ну, типа закон всемирного тяготения Ньютона, что окружающий нас суперкомпьютер работает по этой программе. Это не более чем наша интерпретация того, что мы видим. Кстати, здесь я должен сказать еще об одной вещи. Вот если бы я сейчас отпустил микрофон, он упал бы вниз. Как обычно мы отвечаем на вопросы, почему он падает? Мы говорим, потому что есть закон всемирного тяготения, и в соответствии с этим микрофон падает вниз. Это неверно. Кстати, в это многие верят, особенно математики и физики-теоретики, но это неверно. Не микрофон падает вниз, потому что есть закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном. А Ньютон написал закон всемирного тяготения, потому что микрофон и другие тела падают вниз. И если завтра я отпущу микрофон, и он полетит наверх, мы что отменим? Микрофон и завтра или закон всемирного тяготения? Природе наплевать на те законы, которые мы пишем. Не надо думать, что природа подчиняется нашим уравнениям. Мы можем писать уравнения,
которые немножечко похоже отражают нашу природу, но отражают плохо. На самом деле здесь есть еще один класс суперхакеров. Я бы их назвал хакерами патентоведами. Они не пытаются узнать текст программы, по которой молотит компьютер. Они занимаются другим. Они пытаются ответить на вопрос, кто написал эту программу. И здесь есть три основные группы хакеров с патентоведов. Некоторые говорят, что вся программа находится где? Здесь. И тогда вообще для окружающего мира достаточно меня одного, все остальное не нужно. Я просто смотрю кино. Ну, спасибо авторам «Матрицы», нам все это так рассказали. Как себя называют эти хакеры, которые так считают? Субъективные идеалисты. Другие хакеры, патентоведы, считают, что есть некоторый институт программистов, который находится вне нашего мира и не является его частью, и там пишут эту программу, и она работает. Неважно, как назвать этих программистов. Их можно назвать программистами, можно высшим разумом, можно Господом Богом, можно еще как-нибудь, можно космическим разумом. Главное, что этот институт находится сбоку от нашего мира, и он его курирует. Это кто? Объективные идеалисты. Ну и, наконец, есть люди, которые считают, что эта саморазвивающаяся программа, она сама себя дописывает. Это материалисты. Вот знаете, когда я играл на третьем уровне, на уровне третьего курса вуза, была такая игра, к нам вошел такой бот, или вошла, в круглых очках, посмотрела страшными глазами и сказала: «Все мыслящее человечество разделилось на две непримиримые группы – идеалисты и материалисты. Первые говорят, что материя первична, сознание вторично, это материалисты, да, вторые говорят наоборот». И вот один из активных ботов, он и сейчас работает в университете, поднял руку и сказал: «Извините, вы ошибаетесь. Как минимум три группы. Я являюсь представителем третьей. Мне наплевать». Ну, сказано не очень культурно, вы понимаете. Но вообще говоря, для естественного научника может быть и наплевать. Если мы изучаем программу, которая работает в нашем компьютере, обязательно ли нам знать, кто автор этой программы? Можно читать книжку, не интересуясь автором? Можно. Можно произведение искусства изучать, не интересуясь автором? Ну, можно вообще. Наверное, это не очень полное изучение, но тем не менее можно. Поэтому вообще, ну нет, конечно же, я материалист, я так воспитан, но я прекрасно понимаю, что субъективный идеализм – это круто, мне нравится «Матрица» фильм. Ну, забавно, согласитесь, забавно, да? Что у вас никого нет, а это просто эмуляция. Мне это... Я допускаю такую возможность. Я не говорю, что этого точно нет. Ну, теперь мы поговорим, как устроены естественные науки. Вот как устроены гуманитарные науки, знаете, сколько я не думал, мне никакой классификации не придумать. Там все так сложно. А вот естественные надо как-то упорядочить, поскольку у нас мозги что? Ограниченные. Есть несколько способов упорядочения. Самое удобное – по алфавиту. Ну так, во всех справочниках делается, но представьте себе, если бы мы учились по алфавиту, ну давайте будем честными, мы бы все знали, что на букву «А», некоторые из нас знали бы, что на букву «Б», а вот на букву «В», ну на этом бы все закончилось, да? Ну будем перед собой, наша старательность, она известна, так сказать. Второй способ, кстати, разумный способ, по хронологии. Давайте изучать все по хронологии открытий, как человечество постигало. Понятно, что сперва человечество постигало самое простое, потом все более сложное. Ну, кстати, так примерно и устроена система образования. Результат налице. После окончания школы наши выпускники знают об окружающем мире примерно то, что знало человечество в середине 19 века. И пока у нас цивилизация была с уклоном в техническую, потом они шли в вузы и там рассказывали подальше что-то. Но теперь-то у нас куча народа идет в гуманитарное образование, и именно эти люди принимают экономические решения. И они представляют себе
физическую или естественно-научную картину мира, которую представляли себе естественники в середине XIX века. И эти люди решают вопрос о финансировании экспериментов на Большом Адронном коллайдере. Наконец, есть еще один способ. Он связан с интересным свойством материального мира иметь структуру. Наш мир подобен матрешке, когда у нас более простые объекты вложены в более сложные. Вот давайте проследим эту структуру. Ну, наверное, самый большой объект, который есть, это что? Ну, Солнце. Большой космос, наверное. Это вот все, что есть вокруг нас. Кстати, а если объект более сложный, чем большой космос, он часть чего-то или нет? Нет, вот большой космос — это и Вселенная, это вот... А мы даже этого не знаем. Вы знаете, по воскресеньям обычно по телевизору транслируют фильмы. Когда-то, когда моему сыну было лет 10-11, жена придумала им название «Фильмы для Игорька». Вот вечером, в воскресенье, такие фильмы показывают всегда по телевизору. И вот такой фильм для Игорька заканчивался тем... Сперва там Земля, камера бежит назад, потом Солнечная система, потом галактика, а потом такой переливающийся шар, который, наверное, демонстрирует большой космос. А потом такая механическая рука этот шар кладет в ящик, где лежит много других таких шаров, и забивает гвоздями крышку. Вот мы не знаем, есть такой ящик или нет. Ну, дальше просто. Большой космос состоит из чего? Из ячеистой структуры. И вот каждая стенка такой ячейки образована миллиардами галактик. А вот уже ячеистая структура состоит из отдельных галактик. Галактики известны, из чего состоят. Они состоят из звезд с планетными системами. Но дальше мы уже совсем спускаемся на Землю. Есть отдельные космические тела. Кстати, это все макромир. А вот дальше... Раньше как-то это пропускали, сразу говорили макроскопические тела, но все-таки Земля состоит из гор, болот и еще чего-то. Это экосистемы на самом деле. А вот экосистемы состоят из макроскопических тел, и вот тут интересно. На макроуровне тела делятся на два класса – живые и неживые. Это очень интересная вещь. А чем живое отличается от неживого? Вы знаете, когда-то меня попросили читать курс современной концепции естествознания в университете на повышение квалификации. Я сказал, не, я не берусь. Давайте я прочитаю 5 лекций «Мир глазами физика», потом кто-нибудь прочитает глазами химика, и вот такой курс мы создали. Вначале мы между собой переругались, потому что то, что говорит химик, с точки зрения физика слушать просто невозможно. Так же невозможно, как биологу слушать, что говорит физик. Но потом мы немножко помирились, но, конечно, подначивали друг друга все время. Я, конечно, пристал к биологу, говорю, а чем живое от неживого-то отличается? И знаете, сколько он примеров не приводил, всегда можно придумать пример, который в это определение влезает, живого, но оно не живое. Но кончилось тем, что я ему сказал, знаешь, говорю, дорогой, вот тут какие-то шутники написали компьютерный мир с половым размножением. И когда такие два вируса встречаются в сети, они случайно обмениваются несколькими байтами, и получаются новые компьютерные вирусы. И когда эти вирусы запихнули в замкнутую сетку, там пошел естественный отбор, пошла эволюция. Так они живые или не живые? Живые? Он мне сказал, так нет, они же искусственно человеком созданы. Я говорю, ну, конечно, а мы с тобой от обезьяны произошли. Да? Ну, ладно. Ясно, что на следующем уровне нету молекул живых и молекул неживых. Но если по молекуле стукнуть, она распадется на что? На атомы. Если по атому хорошенько стукнуть? На элементарные частицы. А если по ним хорошенько стукнуть? Вот никому не удалось так стукнуть по элементарной частице, чтобы они распались на кварки и потом обратно не соединились. Никто не видел уединенного кварка. И поэтому мы не знаем не только, есть ли границу этой цепочки в одну сторону, но есть ли у нее и в другую сторону. Может быть, есть истинно элементарные объекты, истинно элементарные частицы кварка. Может быть, все еще идет дальше. А может быть, и кварков даже нет. Но вот, может быть, на адронном коллайдере или на Баке лет через 20, может быть, и получат какие-то сведения о том, все-таки они есть или нет. На самом деле.
Ну и вот эту структуру Брель не менее соответствует структуре естественных наук. Кто изучает большой космос и ячеистую структуру? Не, это уважаемые люди, они делом занимаются. А эти? Ну, иногда их называют астрофизиками, мне это ужасно не нравится, вот физику не хочу туда. Ну, космология, вообще говоря. Ну, вообще, это такое гадание на чайной чашке чая. Вообще, прогноз... Вот очень хорошо делать прогнозы, что будет через 10 миллионов лет. Вот на завтра погоду предсказывать опасно, а на 10 миллионов лет вперед, да сколько угодно. Ну, дальше, понятно, идет астрономия. Она занимает достаточно большой диапазон от систем галактик до планет практически. Дальше появилась сравнительно недавно наука, либо это экология в широком смысле, это не как загрязняем среду. Иногда ее синергетика называют, но в синергетике там халтуры много было, поэтому честные люди себя называют теорией сложных систем. Дальше на уровне от планеты до молекул сидят биологи и геологи, в зависимости от того, живым или неживым они занимаются. Дальше, понятно, химики. И дальше кто? Физики. А ниже никого нет. Они в самом подвале. В самом фундаменте. И говорят, что физика – это самая фундаментальная наука. Да, физика занимается самыми простыми объектами. Я очень люблю говорить, что атом углерода, честный расчет которого занимает дни на суперкомпьютере, проще пареной репы. Потому что в пареной репе миллионы атомов углерода, да еще в соединении с кислородом, а если атом углерода с кислородом, это вообще несчитаемо. Почему физика кажется такой сложной? Да потому что там сделано много. Она не сложная, она большая. А почему там сделано много? А потому что объекты простые. И человечество со своими убогими возможностями там сделало много. А вот здесь, я, конечно, не хочу навлекать на себя гнев биологов, но с точки зрения физики там ничего не сделано. Я вам приведу пример. Если я сейчас подброшу микрофон и не поймаю, он рассыпется на части, как-то они лягут. Мы можем рассчитать конфигурацию обломков, как они лягут. Мы можем рассчитать картину через 2 минуты. Можем. Нужно несколько очень хороших физиков и дюжину отличных программистов. И еще очень хорошую компьютерную систему. И сегодня такая задача решаема. А если я подкидываю не микрофон, а кошку? Можем мы рассчитать, что будет через 2 минуты? Нет, если я очень высоко подниму, можем. А если я нежно подкину кошку? Не можем. И это не потому, что биологи глупее физиков, а потому что это настолько сложная задача, что человечество до нее не доросло. Сегодня еще очень не скоро дорастет, если вообще дорастет.